киберпространство. Бля, Макс, вообще не страдаем, серьезно. Когда звезда смерти нападает. Пьем. Точно, там же это. Пьем. Все, ладно, хорошо. Пробудился джедай. О, господи, сейчас. Пьем. И его напарник Чубака. А, бля, Чубака. Сейчас, 2 секунды. Чуи! А что мы должны были говорить? Чем по сценарию? Мы летим в гиперпространство. Да, мы летим в гиперпространство. А как они с места улетят? Им надо забраться в тяжелый сокос. Они такие, ну он сует свою палку-вручалку, потом свою арбалет-вилку. И они такие улетают. Задом?